Доброго времени суток, пилоты и космические дельцы. На связи снова Рагноблейд, и перед вами инструкция, как построить станцию и заработать на ней денег и репутации. Как всегда, по сути и без воды. Поехали! Для строительства станции, приносящей прибыль, вам потребуется в районе 10-15 миллионов кредитов, о быстром получении которых вы могли узнать из предыдущего гайда, ссылка на экране. И хотя строить можно в любом месте космоса, мы пойдем по пути, позволяющему еще срубить дополнительных кредитов и репутации на ее строительстве. Нужно всего лишь найти вот такой вот контракт на станции в секторе, где вы хотите построить вашу станцию. Для начала, после взятия контракта, вам необходимо прилететь на точку, где заказчик желает увидеть станцию. Далее вы должны застолбить участок космоса. Если вы строите по контракту, то если у вас просят участок размером 2 на 3 на 4 километра, то в интерфейсе необходимо указать желаемые значения дважды. Если нет, то задавайте размер, какой вам нравится. А в будущем можно будет расширить зону за дополнительное вливание финансов. Если не заплатить за зону, то станция в этой зоне будет считаться враждебной, и хозяева сектора прилетят вас выселять, но это не точно. После подтверждения клайма участка, вас перекинет в окно строительства станции. Тут все просто. В левом меню выбираете из строений, которые вам доступны, тыкаете на карту, и оно там появляется. Чтобы вращать, зажмите правую клавишу мыши на объекте и двигайте мышкой. Помните, первый размещенный объект будет ключевым, и при его перемещении вы сможете отправить всю станцию на пересборку. Ресурс, конечно, не израсходуется, но времени жалко. В будущем в качестве ключевого объекта я рекомендую использовать административный модуль. Кстати, при его строительстве можно присвоить себе нейтральный сектор. Многие из устанавливаемых объектов можно оснастить турелями и щитами, их прикрывающими. Зачастую в контракте обязательно нужно построить некоторое количество турелей, однако их размер и расположение не регламентируются. Шаблон станции готов. Теперь нам нужно нанять ближайший строительный корабль, что гораздо дешевле, чем иметь свой, хотя и дольше. А также закинуть на счет станции нужную сумму, процентов на 10-15, превышающие предполагаемые расходы на строительство. Ну так, на всякий случай. Теперь подтверждаем строительство и наслаждаемся процессом подвоза ресурсов и возведением станции.
В момент, когда вы выполните все условия контракта, заказчик закинет вам на счет вознаграждение и повысит репутацию. Для работы станции необходимо нанять менеджера. Обычно их можно найти на станциях или кораблях. Просто наймите его, посадите на корабль и прилетите на нем на вашу новую станцию. Связавшись по внутренней сети с наймитом, предложите ему поработать в другом месте, а именно на нашей новой станции. Все, станции с fully operational. А теперь самое важное. Как заработать на станции? Вам необходимо у представителей фракции прикупить чертежей на различные модули, от складских до административных, пристроить эти модули на станцию и настроить логистическую цепочку в соответствующем интерфейсе. Древо технологий вы найдете по ссылке в описании к видео. В теории вы можете построить станцию, которая будет производить абсолютно все товары и ресурсы, но мы знаем, что лучше не складывать все яйца в одну корзину. Также надо помнить, что разработчики обещали уже в патче 2.0 дать нам строить собственные верфи. Чтобы успешно обслуживать станцию, необходимо прикупить на нее дронов, а также выделить некоторый бюджет оборотных средств на закупку расходников и ресурсов. Излишки вы всегда сможете снимать со счета и наслаждаться приближением к достижению Nice Pile, выдаваемому за миллиард кредитов на счету. Это был гайд без воды о строительстве станции VX4 Foundations. Я пока не решил, какой гайд будет следующим, но уверен, что лайки и активность в комментариях ускорят выпуск нового полезного, а главное компактного гайда. Я же понимаю, что вам лень смотреть 5-часовые стримы. С вами был Арканоблейд, конец связи.